Привет, друзья! С вами Дарика. Сегодня готовим вкусные, нежные кабачково-куриные блинчики со сметанным соусом. И вот какие продукты нам понадобятся для их приготовления. Такие чудесные кабачково-куриные блинчики у нас получились. Очень рекомендую приготовить, особенно с таким сметанно-чесночным соусиком. Получается очень вкусный, полезный и питательный перекус. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. А также не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новый рецепт. До новой встречи, друзья!